Те, кто прилетает в Анапу на отдых, мечтают увидеть настоящий сад. В сады Бедаревых не организовано туристического маршрута, но в это живописное место иногда заглядывают любопытные москвичи, ни разу не видавшие, как растет черешня. Из-за дождей, правда, ягода еще на стадии завязи потеряла много будущих плодов. 40% всего лишь. Остальное, видите, оно не оплодотворенное. То есть дожди не дали завязаться ей хорошо. Вот видите, она падает. Жаль, ведь собирать ее в таком саду одно удовольствие. Черешня у Сергея перестала быть огромным деревом. Он формирует ее по типу испанского куста. То есть черешня не имеет основного ствола. Там, если шло ветки первого порядка, ветки второго, там. А здесь она сформирована таким образом, чтобы сборщику легко было собирать. То есть низко было, он ее может... Она за счет того, что куст, не ствол. Я вот так могу сделать. Вот. Вот. И сборщик это и делает. Он может ее наклонить куда угодно. И отпускает, она на месте. Давнее сотрудничество с пансионатами города заставляет фермеров думать на перспективу. Попробовал Сергей Владимирович клубнику для себя выращивать. И оказалось, что она плодоносит на поливе и с приствольным укрытием тканевым материалом, как заведенная. И вкус у нее нежный, и размеры с яблока. Спасибо большое. Мам, тут на пятерых. Пчелиные ульи здесь очень кстати. Зреет урожай персиков и яблок на выпасе стада фермерского хозяйства. Все как надо. Лето начинается. Оно будет щедрым на урожай. И пусть у нашего города будет много благодарных гостей. Мы их ждем.